самолет этот Юпи вездесущий. Просто вездесущий. Он с такой скоростью от тебя добежал до меня и сразу в меня ебанул с ХВРа. Бля, ну вот прицел красный, я стреляю, не попадает. Я не понимаю, в чем прикол. Реально не понимаю. Я должен был убивать его по всем параметрам, Хуй знает, почему не проходит дома. Попадает, короче, тебя убивает. Я сбоку колбашу квази. Квази разворачивается в меня, делает выстрел из пистолета, не попадает. Мне уже сразу в бочину с ХВР бам, он вторым выстрелом с пистолета меня убивает. Просто они сразу. Они все боты, блядь, вот он именно видит всех. Потому что я тебе говорю, вот только что табличка, что ты умер, мы с тобой где-то под углом 30 градусов друг от друга. То есть ему нужно отбежать, чтобы меня видеть. Он, блядь, отбегает меня просто и стреляет сразу. Причем без промаха. Ой, они уже здесь все. О-о-о, все, меня выцеливают. Закидывают, выцеливают, ну все, я отъеду сейчас. Все? Да не, просто забей, ну это... Ага, лол, лол, вообще парень лол. Ну ты понял, ты видел, что здесь произошло? Я видел. У него модель не успевает вертеться за ним. Я думаю, что Юпи играет с щитами, он слишком охуенен. И именно тоже там, блядь, видит просто все. Нельзя так все видеть. Я сейчас пьяный, я хуй знает, я не могу пьяный точно сказать. Но у меня и трезво заебывал, блядь, в порту тогда. Гандон прям видит все, блядь. Я бы с ним на деньги с удовольствием бы сыграл, посмотрел бы, как у него зрение, блядь, работало, блядь, рентгеновское. Хуйсос, блядь.